На телеканале «Видное ТВ» новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Открытие нового почтового отделения в деревне Мисайлово – событие, которого ждали более 2 лет. Очень удобно. Я подъехала и зашла. Народу нету никого. Мне все устраивает. Впервые в Ленинском городском округе состоялась образовательная выставка для выпускников. Вузы достаточно открыты к общению, и наша инициатива, она была поддержана. Зажигательный праздничный марафон подготовили для местных жителей сотрудники муниципального центра культуры ко дню поселка совхоза имени Ленина. Этого события жители ЖК «Пригород Лесное» ждали больше 2 лет. Теперь получить уведомления или социальные выплаты, отправить посылку, оформить подписку на периодику можно быстро и рядом с домом. О новом почтовом отделении в деревне Мисайлово расскажет Екатерина Борисова. Более 20 тысяч жителей микрорайона «Пригород Лесное» и близлежащих деревень теперь могут получать почтовые услуги прямо рядом с домом. 23 сентября в жилом комплексе открылось новое почтовое отделение. Они были разбиты по территориям других доставочных участков, других отделений связи, 700-е, 702-е. Соответственно, мы оттуда забрали уже доставочные участки и поделили их территориально. При укрупнении застройки мы будем добавлять доставочные участки, так как это отделение позволяет обслуживать до 60 тысяч населения. Это 41-е по счету отделение Домодедовского почтамта. Ремонт выполнен застройщиком по принтбуку Почты России. Современная мебель, светлые просторные помещения – все для удобства граждан, в том числе маломобильных. 2 года ждали. Очень удобно. Я подъехала и зашла. Народу нету никого. Мне все устраивает. Современная почта – это многофункциональная служба, с помощью которой можно не только отправить и получить корреспонденцию, посылки и бандероли, оформить подписку на периодику, но и оплатить налоги, штрафы, коммуналку и квитанции за детский сад, кружки и секции. Социальные выплаты, пенсии можем также выручать и доставлять, если, допустим, маломобильный или ограниченный какие-то передвижениях. Люди можем прямо оформить доставку на дом. В отделении трудятся 3 оператора. Среди них Оксана Кибашева. На Почте России она работает уже 9 лет. Я люблю работать с клиентами в сфере обслуживания, помогать людям отправлять, вручать посылки. Сейчас в отделении работает всего 1 почтальон, но совсем скоро ситуация изменится. Будет 4 доставочных участка, которые будут разбиты на сектора по улицам и по домам и так далее. На оформлении еще 1 почтальон и 2 вообще у нас вакантные должности. Так что если вы ищете интересную работу рядом с домом, загляните в почтовое отделение. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Казалось бы, благоустройство должно нести исключительно положительные перемены. Однако не в случае с 6-м микрорайоном. Здесь после замены асфальта рабочие не нанесли разметку. Опасная ситуация складывается на пешеходных переходах. Сегодня в рубрике «Дежурный по району» наш корреспондент Юлия Погосян прошлась по неразмеченной территории. Чуть больше месяца назад вдоль дома Ольховая 2 и Ольховая 4 было произведено благоустройство проезжей части. Местные жители этого очень ждали, ведь асфальт здесь не менялся почти 15 лет. Это срок, когда сдавались эти дома. Рабочие уехали, а вот разметку нанести, кажется, забыли. По правилам дорожного движения разметка обязана быть. А у нас одно сделали, второе, то, что нужно и необходимо по закону, по всем правилам, не сделали. Вот и все. Обязательно должно быть. Большой популярностью в микрорайоне пользуется этот пешеходный переход от Ольховой 4 к 9 школе. Но вот, как видите, водители не замечают знака. Однако же движение здесь повышенное. Ходят дети, мамы с колясками. Они выскакивают из автомобилей, которые здесь припаркованы. Разметки нет. А ведь именно она привлекает большее внимание водителей. Здесь дети ходят со школы, с детского садика, поэтому нужно обязательно полос поставить. В связи с заменой асфальта ситуация с нанесением пешеходной разметки в микрорайоне действительно стоит очень остро. Ведь все это может привести к печальным последствиям. Я считаю, что это, ну, во-первых, это городская администрация. Там есть отдел безопасности. Я думаю, что это на них надо возложить. Это к ним претензии должны быть. А мы, конечно, да, подвергаемся. Потому что здесь очень такой оживленный вот переход. И вы знаете, я часто замечаю, дети
Это очень опасно. И здесь то же самое. То же самое. Иногда бывает и водители невнимательные, и мы сами тоже, откровенно говоря, идем. Но пешеходники надо сделать. А здесь, на пятачке между городским рынком и сетевым супермаркетом, ситуация давно вышла из-под контроля. Едут все как могут. И автомобилисты, и пешеходы справляются на свой страх и риск. Асфальт поменяли около 3 недель назад. По традиции пешеходный переход, конечно, не нарисовали, а вместе с тем не нанесли и полосы движения. Нет ни сплошных, ни прерывистых. Кто куда едет, как должен себя вести. Надеемся только на сознательность всех участников движения. По району дежурили Юлия Погосян, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. Впервые в Ленинском городском округе состоялась образовательная выставка для выпускников. Развеять мифы о поступлении и помочь будущим абитуриентам определиться со специальностью решили 9 крупных вузов Москвы. Узнать о программе вуза, не залезая в интернет и не выезжая за пределы округа, в эти выходные стало возможным. Двери для старшеклассников открыла образовательная выставка «Поступи». Организовала мероприятие торгово-промышленная палата и администрация муниципалитета. Вузы достаточно открыты к общению, и наша инициатива, она была поддержана. Вузы, естественно, откликнулись на удивление. У нас на сегодняшний момент участвует в данном мероприятии 9 вузов города Москвы. Финансовый университет, РУДН, МПГУ, МГУ, Академия внешней торговли и другие вузы рассказывали будущим абитуриентам о своих учебных программах. Одни через брошюры и видеоролики, другие с помощью интерактива. Что у вас тут представлено? Почему тут очень много земли, камней? Собственно, здесь у нас представлены разные виды почвы. Вот, мы сегодня школьникам представляем, чтобы они потрогали, пощупали, побывали в роли настоящего эколога, как говорится. Вот, потому что без этого в нашей профессии никуда. Мы берем немножко пробу. Видишь, шипение идет очень маленькое. Следовательно, там кальций, содержание очень маленькое. Вот, а если мы, например, возьмем камушек, вот ты показала мне белый, мы вот так вот его сделаем, видишь, как шипит. Вот, следовательно, кальция здесь очень много. Это первая в муниципалитете образовательная выставка. В планах проводить ее на регулярной основе – в начале и в конце учебного года. Очень важно, чтобы как можно раньше старшеклассники определились с приоритетными вузами, в которые они хотели бы поступить. Потому что тогда процесс подготовки к поступлению будет более таким целенаправленным и органически выстроенным. В этом году в муниципалитете к выпускным экзаменам готовятся более 1000 старшеклассников. Многие из них уже определились с будущей профессией. Некоторые даже выбрали вуз по душе. Здесь есть вуз, куда я хочу, МПГУ, в педагогический хотела бы. Вот жду, в 13:30 он будет. Посмотрю, убежусь, что это хороший университет. Очень сильно хочу поступить на ракетостроение, связать свою жизнь с космосом. Поэтому выбираю институт, который будет готовить, в принципе, к ракетостроению. Рассматриваю Московский авиационный институт. Очень хорошая программа у него. Однако профессию мечты найти не так-то просто, поэтому для старшеклассников был организован тест по профориентации. Пройти его стремились практически все гости мероприятия, ведь двойку за него точно не поставят. Тест по профориентации состоит из игры, где им в карточном виде показывают о существующих профессиях. Дети выбирают, что же им близко. Исходя из этого, они формируют свои внутренние и яркие таланты, да, как раз-таки. И потом уже профориентолог помогает им понять, какие же профессии соотносятся с теми иными талантами и с их желаниями. А после профориентационного теста гости смогли решить задание ЕГЭ по профильным предметам. Экзамен ежегодно меняется, а из-за пандемии нынешние выпускники вовсе не проходили через подобные испытания. ОГЭ у них отменили. Возможно, поэтому выставка стала такой популярной среди старшеклассников. Сюда приходили с друзьями, родителями и даже учителями. Александра Столярова, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Помогли более чем 1000 клиентам, выиграли почти 1200 дел в судах, списали долгов на сумму около 500 миллионов рублей. Одно из крупнейших в Видном адвокатских бюро «Априори» сегодня празднует новую победу – переезд в собственный просторный офис. Наша съемочная группа побывала на его открытии. 98% выигранных дел в судах, а число людей, которым помогли в трудных ситуациях, и не счесть. За 13 лет работы компания «Априори», которая вначале состояла всего из 2 человек,
выросла в одно из лучших адвокатских бюро в нашем муниципалитете. И сегодня в ее истории еще одна победа. В Видном открылся новый просторный офис. Мы строились, как говорится, и наконец построились. Новый офис априори. Во всей красе мы рады открыть новый офис и работать в нем, и посвящать себя людям, гражданам Ленинского района, Московской области, Москвы и Российской Федерации. Ура! И значит, теперь возможности априори станут еще шире. Во главе компании адвокаты Андрей Заикин и Елизавета Соснина. Спектр услуг очень широк. Это представительство в арбитражном суде и общей юрисдикции. Любые гражданские, административные, уголовные дела. Мое любимое, так как говорится, направление – это брачно-семейные отношения, это наследственные правоотношения, пенсионные дела. Очень люблю споры по детям, когда определяем место жительства детей, порядок общения с детьми, лишение родительских прав. За время работы было выиграно почти 1200 дел. Практически каждое из них адвокаты помнят в деталях. Многими гордятся. Одно из последних – незаконное увольнение их клиентки из Московского губернского театра под руководством Сергея Безрукова. И здесь априори установили рекорд. Они единственные, кто в судебной практике выиграли тяжбу против театра, а исков против него было очень много. Кстати, дела обычно долгие, длятся месяцы и даже годы, так что адвокат и доверитель часто становятся друзьями. Каждый клиент для нас и каждое дело для нас – это фактически личное наше дело. Мы переживаем, иногда не спим ночами. Мне кажется, иногда даже клиенты вот так не переживают, как мы за их дело. Среди гостей, кто пришел сегодня поздравить компанию с новым домом, много клиентов и нынешних, и тех, с кем уже давние отношения. Люди с образованием таким, которое позволяет получить то, что человек хочет. Вот. И мы давно уже сотрудничаем, да, так скажем, в области права. И очень душевные люди, они всегда не то что помогут, они объяснят, как правильно это сделать. Мои пожелания – идти только вперед, значит, быть на таком уровне, на котором они есть, и выше, и только победы, чтобы слово «поражение» они не знали. За помощью к ним обращаются не только видновчане, но и москвичи и жители многих других городов России. А еще клиентами часто становятся те, кто ранее был оппонентом. Самое приятное, когда тебе звонят твои оппоненты и говорят о том, что можно воспользоваться вашими услугами, у меня там личная проблема, там такая-то, такая-то, а можно мне вас рекомендовать? Вот я считаю, что высшая похвала для адвоката – это когда к тебе обращаются люди, у которых ты выиграл дело. Новый офис адвокатского бюро «Априори» расположен по адресу город Видное, улица Строительная, дом 15. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Программа «Активное долголетие» включает разные виды досуга для людей старшего возраста. Одним из новых направлений стали занятия по футболу для мужчин старше 60 лет. На первой тренировке побывал Дмитрий Книга. В рамках губернаторской программы «Активное долголетие» на школьном стадионе Видновского художественно-технического лицея для мужчин старше 60 лет состоялась тренировка и товарищеский футбольный матч. Старт проекта был посвящен Дню пожилого человека, который отмечается в начале октября. Здесь приглашены люди, которые представляют общественные организации, это общество инвалидов, от общества «Перспектива». Общество «Перспективы» – это бывшие военнослужащие, которые занимаются как бы трудоустройством и помощь военнослужащим, ушедшим в отставку. Также солнечным октябрьским утром на зеленом газоне встретились ветераны спорта, которые уже давно вместе играют в футбольной команде «Союз» при городском центре спорта. Откликнусь охотно, потому что тренируемся два раза в неделю. Ну, один разочек тут поиграть с какими-то новыми товарищами. Неплохо. Среди тех, кто вышел на игру, Виктор Старостин. В свои 74 года он по-прежнему в хорошей форме. Благодаря спорту Виктор Иванович наслаждается активной жизнью и всегда рад встрече со своими друзьями. Постоянные тренировки. Раньше, когда помоложе был, три раза в неделю. А сейчас уже в возрасте один раз. Было два раза.
когда до 60 лет, когда мы еще выступали ветеранами за «Металлург». Одновременно с опытными спортсменами на другой половине поля играли юные жители округа. Там проходил детский футбольный турнир. Стоит отметить, что по накалу страстей матч ветеранов ни в чем не уступал состязаниям подрастающего поколения. Матч очень понравился. Особенно понравилось увидеть того, кого давно не видел, кто уже не ходит на тренировки по состоянию здоровья, может быть, по каким-то семейным обстоятельствам. А так все здорово, хорошо, спасибо большое, что организовали хотя бы встречу. Ну и побегали, кто как смог, тот так и сыграл. Планируется, что такие тренировки и дружеские матчи для участников программы «Активное долголетие» станут проходить в муниципалитете на регулярной основе. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Зажигательный праздничный марафон подготовили для местных жителей сотрудники муниципального центра культуры ко дню поселка. Начался он утром и завершился поздним вечером. В разнообразных мероприятиях, в том числе и интеллектуальных, приняли участие более 1000 жителей поселка совхоза имени Ленина. Основной площадкой празднования Дня поселка совхоза имени Ленина стала импровизированная сцена, которую расположили на входе в кафе «Дедушка АУ». Здесь же для гостей и жителей подготовили мастер-класс от кружков и коллективов муниципального центра культуры, игровые станции и фотозону, где каждый мог сделать фото на магните в память о празднике. Восторг, такого масштаба праздника давно не видела. Отличная организация, жители поддержали на все 100%. Дети, взрослые, бабушки, дедушки, все здесь сегодня веселятся от души. Отличный праздник. У филиала муниципального центра культуры была организована игровая программа для самых маленьких. Ее венчало научное шоу, на котором юные зрители могли не только понаблюдать за различными химическими экспериментами, но и принять в них непосредственное участие. Получилось и увлекательно, и познавательно. Детей нужно не только веселить экспериментами, а, конечно, еще рассказывать, что это за вещества. Оксид алюминия превратился в газ водород. Это тоже, естественно, нужно объяснять детям и понимать, о чем ты говоришь, чтобы как бы дети задали тебе вопрос, спросили, что это такое, и ты смог ответить, конечно, что ты же сумасшедший профессор в любом случае, да. То есть детям нужно прививать именно любовь к науке посредством таких вот интересных экспериментов. При участии главного акционера ЗАО «Совхоз имени Ленина», компании «Ротагро» и общественного движения «За совхоз, за людей, за достойное будущее» на недавно отремонтированной площадке был организован шахматный турнир и турнир по судоку, в которых мог принять участие любой желающий. Самых интеллектуальных ждали призы. Тот, кто быстрее всех разыграет судоку, разгадает, тот получит зонтик, а лучшие шахматисты у нас получат шахматные доски. На муниципальной спортивной площадке прошли веселые старты от молодежного клуба «Орион» и Центра физической культуры и спорта. И победители, и проигравшие также не ушли без наград. Всех ждали сладкие призы. Ребята соревновались в быстроте, силе и ловкости в нескольких спортивных эстафетах. И страсти здесь кипели нешуточные. На центральной сцене вечер начался с танцевально-игрового марафона. Затем перед зрителями выступили профессиональные музыкальные коллективы «Русский колорит» и «Элеганс». Способствовала приподнятому настроению бесплатная раздача сладкой ваты и попкорна. Я вот вижу, сколько людей, сколько детей, и как это воспринимается, какое настроение. А главное, нет негатива. Вот, понимаете? И вот это самое главное. Что бы мы ни говорили, о чем бы мы ни спорили, это все за кулисами. А в реальности вот то, что у нас происходит за моей спиной. Вот такой эффектный праздник подарили муниципальные власти местным жителям в честь 103-й годовщины образования поселка совхоза имени Ленина. Максим Козлов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи.